Здравствуйте. Значит, делаем замес раствора. Значит, раствор готовим следующим образом. Значит, ведро цемента и 4 ведра песка. Вот я положил, значит, 2 ведра песка, ведро цемента положил. Сейчас запускаем мешалку. 2 ведра пошла. После этого что? Ставим таким образом, вот она мешается на сухую. Значит, забросочки. Пока мешается. Я еще в воду добавляю жидкое мыло, но можно добавлять любое пенящее средство для того, чтобы было более пластичный раствор, более мягкий, чтобы когда штукатурить, было более лучше. Вот. Воду много не надо. Вот колпачка 3 на ведро. Вот и достаточно. Можно размешивать, можно так. Вот она уже практически размешалась. Вот потихоньку добавляем. Еще воды возьму. Много ляпнул. Ну вот уже будем говорить, что это ходит. Надо немножко попластичнее, чтобы... Хороший уже раствор. Уже пойдет. Ну вот раствор, смотрите, вот. Видите, пластичный, хороший раствор. Все. Я набираю ведро. Из ведра сразу набрасываю ковшиком. А раствор в бетономешалке лежит. Надо, немножко воды добавил. 2-3 раза прокрутил, все будет хорошо. Ну, продолжаем работать. Ну, вещи покидали, она немножко подсохнет, потом еще будет. Слой порта получается. Может, сейчас следующий день, а может, сегодня. Окно, как и двери, чтобы лучше штукатурить. Каркас такой деревянный делаю. И если штукатурю потом убрали, потом уже
Обычно кофе я. Thank you.